Здравствуйте, с вами Антон, мои помощники Катя и Артур. Мы продолжаем наше занятие по йоге. Сегодня, как я обещал, мы будем делать достаточно сложные повороты позвоночника, да, вправо, влево. На самом деле они достаточно простые, и весь принцип он сводится к одному. Удержать позвоночник ровным, вертикальным и повернуться равномерно всеми отделами вправо и влево. Постарайтесь во время поворотов, чтобы не было, скажем так, неоднородного акцентированного ощущения в каком-то участке позвоночника. Необходимо, чтобы весь позвоночник по всей длине поворачивался в разные стороны в каждом его отделе сочленения. И не забывайте, что поясницы прогибаться не надо. Да? Голову не опускаем, не наклоняем, ничего. Потому что голова – это наш последний позвонок, он просто слегка разросся в процессе эволюции, там появились мозги, но в принципе ничем не отличается от позвоночника, например, в шее или в грудном отделе. И еще я хотел несколько моментов объяснить по поводу вот этих вот всех положений, когда мы